Все на акулу смотрели со страхом, а акула спасала жизнь черепахе. Акула преследовала маленькую лодку, держа в пасти черепаху. Все думали, что она хотела ее съесть, но она ее спасала, надеясь на человека. На видео видно, как акула пытается затащить черепаху в лодку. И когда члены экипажа поняли это, они аккуратно достали черепаху из пасти акулы. Оказалось, черепаха задыхалась от веревки, прикрепленной к ее шее, а акула проявила о черепахе заботу и спасла ей жизнь.